Всем привет и хорошего настроения, дорогие мои друзья. И сегодня мы продолжаем проходить с вами игру, которая называется «Улыбка вампира». Так, вот здесь мы остановились. Давайте продолжим. Что у нас тут по заставке? По заставке говорят, что подземелье полно всякой нечисти, и нам надо очистить этот мир от них. Ну, это понятно. И это будет хорошая работа. Ну что, малыш, давай с тобой приступим зачищать тут все. Если не ошибаюсь, здесь мы с вами последний раз убивали лича. Так, только надо определиться, куда нам идти. Так, здесь у нас тупик. Что-то я не могу понять. А куда же нам тогда надо двигаться? Ну-ка, давайте-ка взяли мы меч. И теперь должны... Ага, сюда. Ясненько. Ну что, сейчас я чувствую, где-то у нас будет атака. Хотя нет, все чисто, как ни странно. Опа. Ага, компьютер. Ну-ка, сколько у нас денег? Есть. Давайте-ка мы с вами, наверное, меч улучшим. И это будет самое то, что надо. Спасибо тебе, добрый робот. А следующее улучшение надо за 500 монет. Это очень много. Подождите-ка. А если мы вот сюда с вами попробуем пройти? Так, стрелочка показывает именно в этом направлении. Ладно, ох ты, там сундучок лежит. Но нам до него, походу, не добраться. Значит, не настало то время. Все, понеслась, ребята, понеслась. Эти зомбари, спецназ с гранатами. Вот он, начался трэш. Так, отлично, великолепно. Всех-всех под одну гребенку, блин. Главное не дать им тут расшуршаться, иначе начнут меня тут колбасить. Вот так вот. Голова, как говорится, с плеч. Подождите, монеточка, монеточка. Как же без них? Их вечно мне не хватает, поэтому будем собирать все. Ну, это была легкая битва, так что ничего тут страшного не было. Ага, опять они. Хе-хе. Давай иди сюда, ребята. По одному. Всех буду тут колбасить, блин. Хорош ты, ёпросете, блин. Прибежал тут с гранатой своей. Вау. Давай, самурайчик мой. Давай, не подведи меня. Ты, как всегда, хорош. Ну вот, вроде бы и расправились с ними. Забираем монетки. Я даже не уверен, что это деньги, если честно. Какие-то больше похожи на слиточки. Видимо, золотишко воруют с рудников. И по карманам их растаскивают. Воу, вот этих вот надо, ребят, срочно сажать. Иначе они сейчас тут начнут своих роботов этих выпускать. А роботы, как вы помните, с тепловыми ракетами. Надо их валить их. Да успокойтесь уже, в самом деле. Так, применяем. И, по-моему, что-то как-то бесполезно у меня это все вышло. Но, думаю, булава их проучит. Точнее, хаммер. Ух, шикарно, иди сюда. Так, там еще на подходе. Причем здесь вышли все сразу же. И спецназ, и роботы, и федералы. В общем, давайте со всеми разбираться. Да хорош, успокойся с своим ножом, мечом, блин. Черт знает, что у тебя в руке. Главное не дать им зажать себя. Вот это другой разговор. Добиваем. Вот так красиво. Смотри, смотри, прикрывается. Вот гаденыш. Так, ты-то что здесь, очкарик? Иди отсюда, лысый пень. Да отвали ты от меня, а, ну сам деле уже. Черт, тебя подери. Блин, с булавой с этой, с хаммером плохо, что он не может прыгать. Поэтому берем меч. И начинаем их кромсать. Вот, вот это уже другой разговор. Дело, как говорится, пошло. Успокойся там, блин. Полуробот, полухрен знает кто, получеловек. Причем в шлеме, да? Гоночном. Все, кажись, да? Зачистили. Нормально. О, тихо, ребятушки. Тут у меня чемоданчик. И что в нем? Ух ты. Это что такое? Вроде бы как оружие, но какое-то больно странное. Похоже на детское. Продолжаем путь. Подожди, что? Тупик? Такого быть не может. А здесь, ребята, мы с вами били... цыплака, босса. О, это что такое? Это что-то новенькое, ребята. Я таких еще не видел. О, хорош. Ты смотри, что делают. Мало того, что они с огнеметами, так они еще и летают. Нет, так дело не пойдет, ребята.
Вот и другой разговор. Тихо, не пали. Черт подери. Надо сорт. Да какого лешего? Иди сюда, блин, а. Ну, че и дерется, а? Так, добиваем, срочно его добиваем. Блин, блокирует. Давайте его подловим. Вот. Отлично. Так, не будем рассусолиться. Будем его добивать. Все, кажись. Да, конечно. Не все так просто, как хотелось. Так, спецназ этот, блин, вот его надо уничтожать в первую очередь. Да хорош тебе, огнеметчик, а, иди. Ну, хоть хорошо своих может жарить. Это уже плюс. Ха-ха! Подловил, как говорится, в воздухе. Главное не дать эту... расшуршаться, иначе будет, конечно, тут очень все жестко. Мало того, что тут, блядь, гранатчики, так еще и фаермены какие-то. Хорош, успокойся. Блин, еще эти... Так, я даже не знаю, блин. Во, минус голова. Иди сюда, нечего тебе нам подлетать. Добиваем об стеночку. Федерал бежит. И опять этот фаермен, блин. Черт подери, ребят, смотрите, когда я его бью, все равно он может меня поджарить. Какой-то нелепый суперудар, если честно. Ничего он не делает, практически никакого урона не наносит. О, вот это уже другой разговор, ребят, это хорошо. Что нам здесь дадут? Буханочку хлеба. Спасибо. Иногда она очень хорошо спасает, когда мало хп. Ладно, продолжаем, что у нас здесь? Ух ты, поваренок какой-то, ну давай. Ага. Эй, повар, что ты здесь делаешь? Ты не видел Юки? У меня к ней серьезный разговор. Улыбка. Ты посмотри на меня. Разве я похож на того, кто может тебе помочь? Ну почему бы и нет? Ты ведь все-таки мясник. Что ты мне можешь предложить? Послушай меня, сынок. Я могу тебе помочь многим. Не зря меня называют повар смерть. Ну что же, давай приступим. Я только за. Такой компаньон мне нужен. Тогда договорились. Только не забудь, что души забираю я. Ну, а тебе пожелаю счастья. Так что будь начеку. И давай порвем всех этих демонов к чертям собачьим. Ты прав. Давай приступим. Так, он значит за нас. Вау. Ху-ху. Нормально так поваренок наяривает. Ну, хоть какая-то, ребята, здесь помощь все-таки есть. Иди сюда, блин, лох. Вот так вот, нормально ему мозги-то, блин, по полу распластал. Где повар? Где повар? Не вижу повара. Ага, я думал, что его уже заколбасили. Нет, дерется. Молодец. Так, поваренок, давай там своими этими ножами. Бросайся. Давай-давай-давай, вот этого... Вот, заколбасили. Ух ты, как он хорошо там на лжбан-то чувачка приложил. Да, поваренок знает свое дело. Не зря его называют повар смерть. Ух, просто резня, просто мясо. Ух ты, так, у меня как раз накопился суперудар, но использовать я его пока не буду. Вроде бы справляемся. Интересно, этот поваренок мне дался на один уровень, или это будет мой компаньон на все время? Так, здесь зачистку мы сделали. Так, что ты, повар, успокойся. Я сейчас сам все разобью. Даже... Так, я получил карточку. Видимо, где-то у нас заблокирована дверь есть. Повар, пошли. Ребят, по-моему, повар только на тот уровень дался. Жаль. Так, чашка с ракетой. Не знаю, что это может означать. Может быть, уменьшает урон от наносимых по мне ракетным ударом. Ну, наверное, что-то... А, все, повар-то куда-то исчез, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, как печально. А я-то уж было надеялся, что он будет со мной до конца. Ну, губежки раскатил. Ладно, не бывать так не бывать. Что у нас тут? Тихо-тихо, вот это зачем я это сделал? Я вот думаю, что лучше взять, эти тесаки или все-таки... Где у меня меч-то вообще? Вот, меч. Давайте с мечом пойдем. Что-то мне не нравится это все, ребят. Как-то больно тихо. Хлебушек. Что у нас вообще здесь есть? Давайте-ка глянем. Карточка, это понятно. Так, и что я могу поставить? Рокер бит. Да, действительно, что-то связано, ага, с уроном от ракет.
понижает по ходу дела. Ну, меня это вполне устраивает. Так, наверное, и оставим. Больше здесь ничего нету. Оружие, хлеб, ну и так далее и тому подобное. Продвигаемся далее. Я чувствую, что скоро уже будет босс. И интересно, кто он будет. Как вы помните, здесь такие... Ай, ё-моё, я не могу с ними подлетать. Или могу все-таки? По-моему, нет. Где у меня меч? Меч. Только с мечом я могу портироваться. Черт, совсем разучился уже... Ага, вот. Нет, вот. Совсем разучился уже играть. Вот стоит не поиграть пару деньков, и все, навык теряется моментально. Что-то такое ощущение, что я возвращаюсь обратно на начальную стадию. Хотя стрелочка мне показывает идти туда. Все, я вспомнил, ребят, там же дверь у нас была, которая... Вот она. Отлично. Мы использовали ключ и проходим. Здесь у нас не хватает ни на что. Буквально 4 монетки не хватило, чтобы я смог еще что-то апгрейдить. Ладно, пока перебьемся. Дождик моросит. Вода, причем вода довольно неплохо сделана. Ну, давайте сюда пройдем. Не нравится мне вот это вот все, что здесь. Оу-оу-оу-оу, скелет-танк. Так я и чувствовал, что будет босс, блин. Еще и огнеметчик. Берите его на корень. Ладно, давайте, ребята, колбасить. В голову ему надо, да? Ну да. Ух ты, он еще и этих роботов вызывает. Так, не даем ему спуску. Да хорош ты, угомонись. Черт, он мне не дает даже... И сюда. Да, ребята, не так все просто. Да успокойся ты уже, жаровня. По тракам если бить. Ага, тоже наношу урон. Но не такой большой, как хотелось бы. Черт, я его так задолбаюсь ловить, ребят. Ха-ха-ха-ха, на. Получил. Что, не нравится? Все, он что-то... А, нет, я думал, глюкнул. Нифига, он не глюкнул. Также продолжает, еще и ракетами там штудирует. Черт, телепорт мой, который я подпрыгиваю, слишком далеко меня забрасывает. Мне это не нравится. Вот, буду по тракам бить. Хрен там, что получилось. Давай, 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 давай. Не успел. Хорош жарить. Ай-яй-яй-яй, поджарил все-таки. Черт, эти мелкие роботы еще... Да как он так быстро? Я только к нему подхожу, он сразу в другую сторону. Еще и давит меня, а. Твою дивизию, ну что ж ты будешь делать? Да за... Да, спереди бесполезно к нему подходить, давит. Так жарит. Так, у меня пол хп еще есть. Пол столбца. Будем пытаться все равно, ребята. Смотрите, у него во второй руке главное магнитола сделанная. Правда, доисторическая какая-то, но тем не менее. А так, по большому счету, смотрите, босс-то салага, он просто прыгает. И все. Ну и жарит огнем, естественно. Это если подставишься под эту жаровню. Ну, а так, в принципе, ничего сложного в нем нету. Только лишь поймать. На-ка, выкуси. Шикарно. Жалко, здесь нельзя на голове на его стоять. Да куда ты лезешь, а? А я бы так бы на голову приземлился и давай бы его тут кочерыжить. Да успокойтесь, эти мелкие тут везде разлетались, а? Только мешаются мне. Ух, ё-моё, да что такое-то? Главное не погибнуть, ребята, иначе все придется заново это делать. Вот видите, перелет, слишком большой перелет у меня получается. Никак не могу... Да ёлки-палки. Ну осталось-то ему, берите его на корень, совсем маленько. Не дает он спуску, не дает. Ух ты, еще и ракетами шпарит. Со своей магнитолой гребаной. Ладно. Черт, эти мелкие роботы достали меня уже в корень. Какой-то псих на самом деле, а? Просто бесявый, а? Робот-танк, блин. А, скелет-танк. Все-все-все-все-все, осталось немного. Может, булаву взять? Нет, с булавой я не смогу перепрыгивать тогда. Придется все-таки как-то так его жарить. Воу-воу-воу-воу, что, ракеты там полетели уже? Нет, показалось. Хотя нифига не показалось. Так, давай, Б. Отлично. Добиваем, нет? Нет, еще. Ну, еще удар. Или я, или он. Большего тут не дано. Ну-ну-ну-ну, все. Хрен там все, ребят. А, или все. Вот теперь уже все. Достал ты меня уже. Воу! Эпично мы ему срубили голову. Ха-ха.
Все, допрыгался, езду ног. Хоть монеток дали прилично. И прошли мы с вами главу. Меня это радует. И мы продолжаем. Что нас ждет впереди, я даже не знаю. Но зато я знаю точно, что мы продвигаемся вперед. И довольно неплохо причем. Отлично, что у нас здесь поджидает? Ну-ка показывайте. Так, я так и не пойму, что он здесь говорит. Но факт в том, что киборги куда-то двигаются. И какие-то технологии новые скоро появятся вот здесь. Так, карточку дали. Ясненько. Значит, очередная будет дверь. Елки-палки, испугался. Это, оказывается, тело было. О, робот. Ну-ка, давай-ка. 247 у меня. Давайте. Ох, ножницы мы какие-то получили. Так, отлично. Нам это нужно было, ребята. Хаммер апгрейденный, я думаю, будет теперь намного круче бомбить. Поднимаемся наверх. Вот сюда. Так, мы вернулись обратно, по-моему. Так оно... Тихо, тихо, тихонько. Да цепись, ты что прицепился-то? Да, музыка мне, конечно, здесь нравится. Какая трешовая. Уху! Иди сюда. Вот этих вот сосунков я обожаю кромсать. Они такие безобидненькие. Но когда их много, начинается тут замес. На. Иди сюда. Не будем с тобой тютюкаться долго. Вот это другой разговор. На, ты всех раскромсаю. Хорош. Вот этого только не хватало мне. Но, по крайней мере, он не может прикрываться. Что? Харакири себе делает? Блин, не успел. Не успел я глянуть, но он себе, по-моему, хотел сделать харакири. Так. Давай. Зажали. Вот так. Они меньше, значит, нам лучше. И сюда. Так, добиваем. Отлично. Так, консервная банка. Опачки. Зомбарь, ты что там блюешь? Нет, УЗИ какой-то очень слабенький, на самом деле. Урон наносит, но не такой эффективный, как хотелось бы. Сердечки, это то, что надо нам. Что? Что там такое? Что показали? Я не понял. Наверх, походу, да, надо идти? Ага, сюда. Нет, здесь мы уже были. Эти двери у нас неактивны почему-то. Странно, очень странно. Давайте сюда зайдем. Показывают мне идти в обратном направлении. А почему? Куда же я там должен идти? Хорошо, давайте еще разочек сюда зайдем. Направо и посмотрим. Вот здесь что-то есть, да, по-моему? Нету. А, вот, ребята. Отлично. Так, активировали карточку, дверь открывается. Продолжаем. Что тут за камера пыток? Оу, ух ты, какой-то Тыковкин вышел к нам. И не один причем. Вау, ничего, ого-го. Нормально они так жалят. Напоминает мне что-то смесь киборга, да? Смесь тыквы, спецназовца и чувачков тех, которые с пилами, с ножами ходят. Так, ну ладно, одного мы грохнули, иди сюда. Добиваем, ребят, добиваем его. Фу, голова с плеч, это радует. Все, что ли? Фух, какая-то больно легкая битва была. Я-то думал, что сейчас будет. Что еще за леденец? Dash Magic. Ага, ЛТ и Б. Нам дали новый вид магии какой-то. Давайте посмотрим. Ого. Ёлки-палки, ребята, это какие-то ядовитые испарения я вызываю. Надо будет запомнить. ЛТ и Б. Хе-хе, сам себя взорвал, идиот. Давай иди сюда. Отлично. Робот, иди отсюда, а. Нечего тут мне... Смотри, как тут тихо. Все, продолжаем, ребята. Блин, что же этот ворон-то со мной все время летает? Но, мне кажется, будет какой-то заключительный суперудар, где этот ворон будет иметь непосредственное дело. Что? Что с музыкой? Я никого здесь не вижу. Странно. Ага, вон они стоят. Ладно, значит, нам надо идти наверх. Че это? Испарение. Классно, ребята, просто на раз их хватает. Чтобы они сдохли.
Да сдохни ты уже головой об землю сейчас. Смотри, сколько убить надо, а? Вот так, отлично. Блин, здесь бы еще бы, ребята, каких-нибудь супер комбо добивания бы побольше. Это было вообще шикарно. Оу-оу-оу-оу, вот эти вот ниндзя самые поганые. Это теневики, я их называю, которые вот так делают. Появляются над тобой и еще при этом вот что они делают. Причем они очень хорошо защищаются. Ну-ка. Одного снесло. Ну и этого я добил сам. Кстати, да, вот этот вот ядовитое испарение, я считаю, что самое пока наилучшее, что здесь было из суперударов. Да давайте все, отдохните немножко. Надоели уже, в самом деле. О, классно. Тихо, 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 не буяйте. Что надо сразу... Смотри, прикрывается собака. Да сдохните уже, а ну в самом деле, во. Этого добиваем. Да черта с два там добили. Упал. Упал он вниз. Сейчас будет здесь мозг компенсировать нам. Хотя нет. Я его об стенку разнес. Так, ребят, там наверху, насколько я понял, что-то упало у нас. Так, монеток здесь больше нету. И это у нас очередной сундучок. Что в нем будет? Какая-то бутылка. А, бутылка вина. А зачем мне бутылка вина, интересно? Ладно, может быть, в дальнейшем узнаем. Что? Ага, опять зомбари, опять эти киборги. Это, в принципе, все шелуха. Главное, не давать им выпускать головы. Черт подери. И я думаю, что суперудар на них не будет этот кислотный действовать. Потому что это все-таки роботы. А, полетела, зараза. И ракеточка. Вот почему, ребята, их надо в первую очередь сносить. Иначе они тут наплодят этих голов. И будет очень жестко. Да, кстати, булава намного лучше, когда она прокачалась у меня на один уровень. Я чувствую от нее эффект. По крайней мере, по мощам. Вот так. Теперь голову добиваем. Иди сюда. Да... О, а какого лешего тут босса-то делают? Хорош! Это же второй босс. Да ну нафиг, да брось ты. Еще ракета. Так, ребята, у меня же вроде бы была там буханочка хлеба, если я не ошибаюсь. Надо будет подпитываться, по-моему. Тихо, 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 не надо. Так, я же тактику забыл у него. Опять поймал. Так, сердечки, ловим сердечки. Все, пока живем. Так, вот его надо бить, когда он нож свой в землю впитывает. Втыкает. Впитывает. Впитывальщик сраный, иди сюда, блин. Так, 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 блокируется. Ух, хорошо, вовремя я успел от него убежать. Да иди ты отсюда с гранатой. Бежит, спотыкается. Придурок. Что сделаешь? Тихо, не лови. Поймал таки, а. Ну давай, прыгай. Все, отлично. Теперь ты мой. Добиваем его. Вот так. Чтоб тебе было неповадно, уродец. Подождите, я его, по-моему, уже давным-давно убил. Ага. Можно было просто несколько раз сделать. Но зато монеток получил. Фух. Все вроде бы здесь, да? Зачистка полная. Продолжаем. Здесь я чувствую сейчас... Опа, Юки! Ночной кошмар. Это же она вроде бы, да? Или же я путаю что-то? Фига у нее там рука-то с миниганом. Тихо, не надо кипишевать, родная. Отдохни маленько. Что такое? Что с тобой не так? Не нравится, как я тебя дубасю? Вот так, порожиться немножко. Какой-то, честно говоря, босс-то легкий больно. Так. И что? Юки! Я тебя убью! А, нет, это Юки орет, блин, елки-палки. Юки, что с тобой произошло? Опа, на, а это чуть-чуть зачудило. Какой-то бомжар. Не понял, они вдвоем против меня?
Точно, два босса, ребята. Смотри, что делает, а, сморчок. Какой-то плаще в руках по крючку. И прыгает как идиот. Юки, ты мне только мешаешься. Дай мне расправиться с этим идиотом. Ох ты, у него циркулярка еще в руках. Ладно, пока Юки отдыхает, давайте этим займемся. Так, у него цепь еще в руках. В общем, какой-то непонятный чувачок. Откуда... Воу-воу-воу, как я ему сейчас отцеплю-то вокруг шеи. Нормально произошло. Да успокойся ты. Блин, он в блоке встает, я не могу его пробить. Юки тут еще встала опять, блин. Кого бить-то? Кого мне надо бить? Юки или этого идиота? Смотри, блокируется цепью. На тебе, блин, даже добить не смог. Так, ребята, у меня очень мало хп, очень мало. Так, что у нас тут такое? Какие-то витамины, я не знаю, что он делает. Ни хрена он не делает. Так, давайте испарение. Не... Чё он там? Он еще и с пушкой. Да хорош, завязывай уже, а. Рахит. Сам дохлый, как сморчок, а вы делаете, а? На-ка. Чё, не нравится тебе? Я думаю, тебе очень нравится мой хаммер. Ух ты, вот это я уже называю дамаг, ребята. Иди сюда, как раз отлично. Так, Юки туда же. Под удар сейчас, под мой. Он и ножами стреляется, чего у него там только нету. Успокойся, говорю тебе. Ну, если по большому счету брать, ребята, что этот босс не такой уж и сильный. Даже, я бы сказал, вообще лохмандей. По крайней мере, куда Юки там валяется. Все, осталось немножко, я его добиваю. Добивка. Голову ему отрубаем. Теперь занимаемся Юки. Так, ну мы ее почему-то не добили. А, что со мной происходит? Ты? Ты хотел меня убить? Здорово. Юки, ты что, была под гипнозом? Да. Ты хотела причинить мне боль. И я готов убить тебя. Да, ты прав. Я была под гипнозом. И спасибо, что сохранил мне жизнь. И я буду тебе обязана. Ага, вот оно что, ребята. Все понятно. Мы сохранили жизнь Юки. Ну и, естественно, мы прошли с вами уровень. И, естественно, мы продвигаемся с вами дальше. На какой-то завод, по ходу дела. Великолепно. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. И будем, как обычно, делать полную глобальную зачистку. А на этом все. Всем пока. До скорого, ребята. Удачи. Скоро увидимся.